Привет всем владельцам русской механики. С вами вновь серая перчатка и наш квадроцикл. Так, ребята, сначала у нас положительные новости. Пришел ко мне редуктор, это первое. Пришли ко мне колодки. Вот. И смотрите, как у нас русская механика теперь доставляет запчасти. Это же красота. Тут коробочки. Эта коробочка еще в одной коробочке. Вон в той коробочке. В деревянной приходит. Вот. Все в маслице. Заказал. Еще раз спасибо от Техномоторс. Для тех, кто любит всякие разные каталожные номера. Вот. И так далее. Видите, редуктор задний в сборе, код 010825, дата 9.08.18. Вот. Так, это у нас. Ну, в принципе, больше здесь ничего особенного такого нет. Датчик скорости в нем еще вставлен, вкручен. Сразу же редуктор сразу приходит с маслом. Сейчас это масло у нас пройдет где-то километров 150-200, надо будет слить и залить новое масло. Итак, едем дальше. Теперь плохие новости. Снял я редуктор, нет редуктора. Значит, а редуктор, он вот он, наш редуктор. Пум-пум-пум. Снимается, в принципе, легко. Плохие новости заключаются в чем? Что я бы мог обойтись и малой кровью. Вот. И вместо того, чтобы заказывать целый, мог бы заказать вот эти подшипники. Вот у меня вот этот подшипник высыпался, игольчатый. Вот он весь там. Ну, как бы, если бы он даже не высыпался, то вся эта стружка, которая сюда попала, вот она, видите, целая куча стружки. Вот она его испортила, это уже точно. Вот. И вот здесь вот в хвостовике, наверное, все началось с него, вот с этого хвостовика. Вот здесь подшипник рассыпался. Вот. И потом он вот здесь пошел. Вот. И пошел уже дальше разбивать этот подшипник. Вот. А сама главная пара, вот она вся целая. Так что, ребят, кому нужен редуктор, пишите, договоримся, звоните. Вот, видите, тоже все целое. Я думал, зубчики посыпались. Нет, все нормально. Вот. Ну и тут вот, смотрите, тоже подшипник, в принципе, целый. Вот, ну, пришлось бы мне его заменить на всякий случай. Вот, а так он целый. Есть небольшие повреждения. Вот здесь. А так, в принципе, все хорошо. Вот это плохие новости. Но зато есть новый редуктор. И теперь уже точно будет все работать отлично. Так что катайтесь аккуратно, не повторяйте моих ошибок. Сначала дефектовка, а потом уже закупки. Так что всем пока, всем удачи на бездорожье, до новых встреч!